Сания. Это имя? Соня, да, Сания Незбекова. Это кто вы по национальности? Я татарка по национальности. Приехала с Туркмении в 1997 году с мужем. Муж у меня дончанин. Умер в 2005 году. Он болел. Вот. А в 2002 году, ой, 14, 10 мая умерла у меня младшая сестра, 55 года. До войны, как раз, перед войной. Но здесь? Нет. Она жила на Набережных Челнах. Вот. Я ездила туда в 15 году на годовщину. А сын у меня умер следом, 6 июня. Она 10 мая, он 6 июня умер, в 14 году. Это уже война была? Уже война была, да. Видимо, сердце схватило у него сильно, и он умер. Но до этого мы вызывали скорую, но так как сильно пошел обстрел, не могли приехать. Дочка осталась, она живет в Топазе с мамой. Ей было в то время 9 лет, сейчас 13, учится в 7 классе. То есть вы сейчас остались полностью одни? Ну, я одна, да, у меня тут никого нет, родственников, по мужу на линии. А вы сказали о том, что был сильный обстрел. Да. Насколько сильный обстрел здесь? Очень сильный. Ну, я не знаю, мне осколок, куда он попал, с той стороны крышу разбило, вот. Очень сильный был обстрел. Тут вот у нас террикон, оттуда эти летели. Но вот это сейчас, это что за звуки? Вот это? Это да. Стреляет. Это этот самый в сторону Вольво стреляет или аэропорт. А у нас тут вот по той улице по Бородина разбилась дом, потом за лесопилкой разбилась. И вот тут у нас на трайзера попал снаряд, полностью дом разрушила. Ну, постоянно, постоянно. У нас тут нет тишины. Ну, а как же вот эти все, да, перемирия вот? Да какое перемирие? Ну, это только так, на словах. Никакого перемирия нет. Никакого нет перемирия. Ой. Короче, живем как на взрывной волне, бочки. Как вы относитесь вот к украинскому правительству? Ну, как и... вам сказать, не сдержит свое слово. Перемирие, значит, должно быть перемирие какое-то. Украинская сторона, вот сейчас у нас уже у них, они же сделали вот этот новый закон, угу, о реинтеграции там Донбасса. Уже вот 30-го числа заканчивается то, и начинается операция объединенных, да, сил. Ваше представление, что это будет? Я даже понятия не имею, что это такое, честно скажу. Я даже понятия не имею. Но я думаю, что не лучше, чем было. То наверное, есть... все-таки пожестче будет. Проверка, наверное, будет на блокпостах. Я думаю, все-таки на жестче будут к нам относиться. А в отношении обстрелов, как думаете? Участятся. Это мое такое мнение. По вашему мнению, кто не хочет мира? Ну, как кто? Та сторона. Мы-то все хотим мира. Мы жили нормально, никого не трогали, никуда не ходили, ни в кому не врывались. Но украинская пропаганда говорит, что воюют с оккупантами, с Россией. Ну, мало ли что они говорят. Мы-то здесь живем, уже видим, кто стреляет нас, а кто не... Ко мне Россия, добрососеди, нормальные отношения. Считаете ли вы, что она предала Донбасс? Да нет, нет, нет. Как, если не они, нам бы вообще было... Наши плохо. Оппоненты говорят, что мы не признанные, мы брошенные. Россия нас не признала, вот, кинула, предала. Я считаю, нас не бросили, они нам помогали и гуманитаркой, и вот сейчас помощь денежную хоть ежемесячно дают. Вот. Ничего они нас не бросили. Как вы думаете, существует ли вариант, вот, что Донбасс опять вернется в сегодняшнюю Украину, вот в сегодняшнюю? Я считаю, нет, это лично мое мнение. Как можно? Столько вы горя, столько были, голосовали на референдуме? Да.
Если бы сегодня, как бы вы проголосовали? То же самое. Вы бы свое мнение не изменили? Нет. Почему? А потому что я уверен, как я могу проголосовать против, если сын у меня умер, погиб. Я потеряла самую близкую ребенка, человека. То есть вот эта вся ситуация, получается, утвердила ваш выбор? Что конечно. Действительно вы были без правы сомнения, в тот момент? Без сомнения утвердила. Это очень тяжело, конечно. Что бы вы сказали вот простым людям, украинцам, которые на Украине сегодня, и ихняя пропаганда, средства массовой информации? Что бы я сказала? Я бы сказала, что мы ни в чем не виноваты. Остановите своих детей, не посылайте их к нам. То же самое дорогое мы теряем это своих детей. Прекратите эту войну, враждебность. Мы к вам нормально относимся. И вы будьте с нами лояльны, как говорится. Вот. Не надо этой войны, не надо. Она никому ничего хорошего не дает. Кроме слез и потерь. Не надо посылать своих детей к нам.